Итак, сегодня выходной, а это значит что? Что сегодня мы заплатим за человека, который в очереди сзади нас. Вот мы едем покупать еду и заплатим сейчас за того, кто сзади нас. Да? Давай. Сейчас покажу, кто сзади нас. Ну, я так в зеркало покажу. Машина стоит там. Мужчина сидит. Сейчас, если видно. Мужчина сидит и женщина. Посмотрим их реакцию, да? Да. Окей. Hi. I had a mobile order. And can I ask you a question? Can I pay for the person behind me? Did they already pay? Okay. How much is that? 19.30. Okay, I'll pay that. 20 баксов, ни хрена себе. А? 20 баксов заказали. Ну ладно, it's okay. Ну вот так, такая у нас. Thank you, you too. А? А? Oh, you give it to them, right? You give it to them? Yeah. Okay. Мороженое. Сейчас посмотрим, как они отреагируют. Показал кулачок. Ну, типа, поблагодарил меня. Улыбается теперь, да. Вот так сделаем этот мир добрее, да? По одной маленькой штучке в день. Two happy meals, and I also have what was that? The deal, 10 pieces and Big Mac? Вот хочу сказать, что на самом деле это очень прикольно, когда ты помогаешь кому-то даже какими-то мелочами. Вот мы периодически стараемся каждую неделю сделать одну какую-то хорошую вещь. Например, вот на той неделе, вы можете видео увидеть, мы выкладывали, что мы вышли на улицу. Да, сейчас я дам, котик. Мы вышли на улицу и в нашем районе собрали мусор. Набрали целых 2 больших черных пакета. А иногда заезжаем вот так, когда берем еду. Я плачу за человека, который сзади меня в очереди. Вот уже несколько раз такое делали. И на самом деле самим становится очень приятно, когда такое случается. Вот, поэтому советую всем тоже делать по маленькой такой приятной вещи иногда. И на самом деле очень хорошая энергия, и нам самим становится очень приятно. Вот, планирую в дальнейшем продолжать и делать. Что ты там бормочешь, Леон? Кашлюн. Вот, поэтому планируем продолжать это делать, и вам тоже советую. О, смотрите, сейчас покажу. Окей, всем добра, творите добро, сделаем этот мир лучше. До новых встреч. Он там. I want something